Алексей, конечно, не самое приятное комментировать такие матчи, но все же пару слов. Ну, многое не получается. Вы сами видите, не можем забить, не идет шайба. Не знаю, что-то надо, как бы, бывает черная полоса, которая в данное время у нас происходит сейчас, но ничего страшного, как бы, думаю, что мы все это переломим, все вместе, как бы, дружно, просто надо понять, что у нас не получается, потому что моментов много, а забить мы не можем. Настолько ли это не страшно, и сколько осталось времени, чтобы все это исправить? Да нет, ну еще даже полсезона не прошло, так что ничего страшного нету, все может повернуться за одну игру, так что будем стараться бороться, как бы биться до последнего, потому что игр еще много, так что следующий соперник, хороший соперник, с которым можно все это дело перевернуть. 6 поражений подряд, насколько вот эта серия психологически берет? Ну, есть немножко психологически, понимаете, когда выигрываешь, настроение другое, и все чувствуют себя по-другому. То есть, ну, есть небольшой психологический такой надрыв, но я думаю, что надо разобрать, просто понять, что не получается, как я уже сказал. То, что много моментов есть, и забивали бы свои моменты, было бы по-другому все. Вот, так что, как бы, работаем над этим, я думаю, что все будет нормально. Причина вот эта плохая реализация? Ну, вы же видите, то есть по одному голу забиваем, то есть этого мало, чтобы выиграть игру. То есть реализация хромает, причем очень сильно. Вот, и как и большинство, так и 5-5. Так что нужно немножко перебороть себя, вот, и немножко фарта. Сейчас в раздевалке соображение было такое? Ну, конечно, мы же понимаем, что, как бы, ситуация, как бы, сложная, и как бы мы не падаем духом, то есть друг друга поддерживаем, подбадриваем, то есть настраиваемся на следующую игру. Все понятно, как вы уже сказали, психологически это сложно, но, как бы, надо перебороть себя. Все, как бы, все лучшее, как говорится, впереди. Присоединился новичок к команде, сегодня первую игру провел. Вот пару слов, что можете сказать, и, возможно, ожидали больше от него результата. Ну, честно сказать, я мало следил. Мне кажется, это больше вопрос к тренерам. Вот, так что я не могу ничего, как бы, комментировать. По плане игры. Ну, посмотрим. За одну игру ничего, как бы, мне кажется, мало кто покажет что-то очень сверхъестественное. Так что будем смотреть. Первая игра, следующая. То есть лучше тренеров спросить. Ну и последний вопрос. Можно ли с уверенностью сказать, что никто не опускает руки? Не. Руки точно не опускаем, голову не опускаем. То есть смотрим на следующую игру. То есть через 2 дня у нас игра. То есть будем готовиться. То есть все нормально.